Больше 3 миллиардов рублей взыскали судебные приставы с должников региона. Такие данные озвучили ньюсмейкеры на итоговой пресс-конференции ФССП. Исполнительных производств стало больше – 506 тысяч. Увеличились и суммы долгов. Нагрузка на приставов огромная, работы ВОЗ. Причем нужно не только взыскать средства в пользу истца, но и наказать виновных. Так, в регионе за 11 месяцев к административной ответственности привлекли 903 человека. К уголовной – больше 600. Всего находилось на исполнении 10 414 исполнительных производств. Из них на остатки сейчас у нас 6 тысяч с небольшим. Так вот, из них вот 609 привлечены к уголовной ответственности. Из этих 609 только 12,7% оплатили свою задолженность. Судебные приставы стараются быть более чуткими к заявителям. С последнего квартала 2018-го реализуют проект «Дежурный пристав». Суть его в том, чтобы каждый желающий мог задать вопрос, не дожидаясь приемных дней и часов. Организовано ежедневное дежурство судебных приставов исполнителей в рабочее время для предоставления гражданам справочной информации. Таким образом, любой гражданин в удобное для себя время может прийти за консультацией к судебному приставу исполнителю дежурному и получить информацию о ходе исполнительного производства. Если долг он оплатил, квитанцию предоставить, о наличии задолженности узнать, чтобы не было очередей. Этой услугой уже воспользовались 4000 граждан. Также для консультаций в любое время дня и ночи круглосуточно работает горячая линия службы. Завершить год без долгов у ивановцев будет возможность 26 декабря. В МФЦ торгового центра «Тополь» состоится акция службы приставов. Все желающие смогут проверить свои задолженности и на месте их оплатить. Там же приставы проконсультируют желающих по вопросам, связанным с исполнительными производствами. Угрызения совести праздник омрачать не должны. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.